Судоходный пролет – самый протяжный и наиболее сложный элемент. Сейчас завершилось сооружение стапелей. Эта конструкция представляет собой строительные леса из свай, на которых планируется сборка арочных пролетов. Для его создания на глубину до 18 метров строители погрузили более 330 металлических труб разного диаметра. Рядом строятся выкаточные пирсы. Выкаточный пирс – это два направления трубы свай, выходящих в море. Под них подгоняется понтонная плавсистема, и арка, смонтированная на эту плавсистему, транспортируется непосредственно к фарватеру. На сборку судоходных пролетов уйдет около года. Затем полностью готовые конструкции поочередно выкатят на специально подготовленную плавсистему и доставят к месту монтажа. Протяжность пролетов 227 метров позволит пропустить судно шириной 185 и высотой 35 метров. Сегодня закончилось сооружение стапеля, на котором будут вестись работы по строительству и сооружению основных пролетных строений. Начались работы, в котором задействовано большое количество людей, в том числе жителей Краснодарского края и Керчи. Сегодня можно наблюдать непосредственно любому желающему вот с этой площадки за ведением этих работ. Специалисты отметили, арка – сложный технический элемент, и примеров сооружения подобных конструкций в России практически нет. Сборку строители планируют начать до конца июня. По расчетам проектировщиков, на сооружение уйдет более 10 тысяч тонн металла. Мэри Бадунс, служба новостей, ИТВ.